уже не встречают нас. Ты поздно камеру включил. Да. А где наши дети? На завтрак пришли. А? Я не знаю, тут? Ну давайте, значит, да нет, там далеко и телефон. Почему? Всем желаю доброго утра и приятного аппетита. Нет, чего? Не сказали. Нам не сказали, она сара вошла. Сказали, говорите раньше. Так, мы позавтракали. Гриш, ты что завтракал? Кашу обязательно? А? Каша, омлет. Тут у нас импровизация. Сейчас мы поедем в поездку. Собираемся, одеваемся потеплее. Мы сели. Сейчас поедем. Ты рада? Конечно, спать хочу. Хотела что-то там учить? Химию? Биологию. У нас есть и здания, и строения, которые были во все четыре этапа строительства построены и освоены. Вот. А мы с ногами на одной доске, а могол это на лыжах. Ну, по кочкам с акробатическими чудами, так что сложно. И построили курорт, который нас ходили даже... Вон, дорога, глянь. Пазики ходили, вон. И КамАЗы. Видела? Ходили, возили стройматериалы. И вот вантовый мост. Вот это пилоны, видите, П-образные столбы большие, ага. Высота их 70 метров. И вот эти прутья крученые, они опираются и держат, вот держат. Ты там мне свое искусство. Основание под этой дорогой, а потом уже сделан асфальт, все это держится. Ну, а теперь вот все три дороги у нас вместе будут соединяться. Ну, вот по поводу животных, у нас не было переднеазиатского барса или белого барса. Его тоже убили еще в 24-м году. А дорожки две, 120 и... Теперь здесь уже снег валит. И они спускались, во-первых, сами дорожки сделаны из керамики и пластика. И позволяет воду пускать и летом на лыжах. И давать неплохие результаты. Не хуже, чем со снегом. Поднимались они на свою высоту. На канатке у них вагончики красненькие. Ты что, собираешь? Конечно. Кого? Снежинки. А ну-ка покажи, как ты их собираешь. Они не попадают. Ваня, хочешь что ли? Нам раздали уже билеты. Горький город. Снег валит уже тут. Какая тут горка клевая. Ой, елка клевая. Да? Сейчас будем залазить, да? Запрыгивать. Серёж, ты что стоишь? Залазь туда! Надо пикать теперь. Тихо, тихо. Не спешите. Скользко. Другой стороной переверни, кажется. Миша не пропикал. Так, сейчас будем пикать. Сейчас, давай, подожди, давай. Вот, молодец. Ничего себе! Ма, иди сюда, ты куда? Коновалов, иди сюда. Иди сюда, стой тут. Ты куда уже собрался? Без нас уехать? Офигенно вообще. Тут снег уже валит вообще. Вон какая-то снегоуборочная машина. Глянь, как снег летит круто. Дети! Не, ты не замерзшь, Макс. Все блогеры. Деда не в обиде. Чуть не спадает. Под попой. Ну, мы сидели. О,
Это не люкс класс. Да ты че? Я только надо. Ой, как тут круто. Это самая высота. И снежок, кажется, да, да, чуть нам. Кстати, на улице не так холодно, как в кабинке, мне кажется, да? Ну, здесь хотя бы нет такого ветерка. О, она чистит, я начищу. Осыпай! Осыпай! Давай, иди ко мне домой. Я что-то все стоит. Все замело, гляньте, да? Гриша! Так, короче, я люблю снеговика. Да, все твой, замерз. Ой, иди сюда. С ума! Все, валим, валим, валим. Ну что, Григорий, как тебе с ума? Мне надо куда-нибудь согреться срочно. Да ты что говорил? Ты что говорил, что тебе не очень холодно? А согреться уже будем в автобусе. Иди сфоткает нас дядя Миша. Гляньте, какой вид клевый, когда как будто обрыв горы. Не подходи. Сколько тут лыжников вообще? Диан, только не надо. Я не знаю, где он. Где? А он это кто? Вон Кирилл Александрович Коновалова трясет. Камера! Мотор! Ты ж только не в лицо, пожалуйста, ладно? Игорь, помаши маме. Снег ешь, что ли? Я могу в телефон попасть. Богдан, будем считать, что ты не можешь попасть в телефон. Ничего не надо снимать. А? Ничего не надо снимать. Вот этого нытика, которому холодно. А где твои варежки? Она ну, зайдите с ней в кафе. Купите чайничек рублей за 700. Да, вон папа, пойдем в кафе, иди с папой. Что-то оно никак. Ой, папе холодно. Это лавина сходит. Все. Где твоя сосулька? Диана, я надеюсь, это не ты придумала обломать сосульки и съесть их. Я просто смотрю, дети их облизывают. Я предложила обломать. А облизать кто предложил? Сережа, давай сам теперь сугроб головой. Там смысл в том, что вечером, да, вот где крыша, там вот такой сугроб. Ну да, и вы прям он до крыши, да? Игорь, ну как сосулька, вкусная? Нет, не вкусная? Гриша, а тебя вкусная? Диана, у тебя вкусная сосулька? Сережа опять в лицо. Мне кажется, они будут потом на тренировке отжиматься. Ну еще ж тренировка-то не скоро. Да нет. Понедельник, послезавтра. Богдан, а ты чего? Отжиматься не хочешь на тренировке? Да? Сочи, иди. Ресторан. Лянь, да я говорил Мерседес. Да. Испытал легенду. Какая-то буква У отвалилась, да? А
теперь мы что пришли посмотреть? Хаски. Но хаски съезжают с горок. Миша! Мис! Да, стой лучше. Кирилл, Виталь, пока вы не скажете, он не спустится. Серый! Падай! Миша, стой, горки! Стой, здесь грязно, стой, горки! Нет, нет! Падение крутани! Надо ниже! Можно я второй? Надо подойти! Падение кого, детей? Тюбинг. Класс, 700 рублей час. Сколько стоит? 700 рублей час. 700? Да, клево. Но лучше боулинг. Да нет, лучше здесь покататься, раз мы здесь. Зачем мне боулинг зимой? Давайте я вас сфоткаю. Улыбаемся и машем. Ага. Давай, Маш, снимай! Мы вас верим! Ой, отойдите, пожалуйста. Ага, спасибо. Отойдите, собьем! И вниз еще! Как он красиво идет. Так мы на первом катались. Где катались? Ну, мы со второго спустились на первый. Да, там еще походили. А мы просто сразу на второй, тут столовая, хорошо посидели. А, да? Поели уже, что ли? Не, мы ели. Я рано, чтобы для приличия, хотя люди стоят, просто зашли. Теперь мы куда? На Розы хутор приехали. Но тут тоже снег валит. Прямо очень красиво. И эта речка какая красивая. Магазины чистят снег. Дашка, Галя, остановитесь, я вас сфотографирую. Ага. Едем есть форель. Отлично, тем она дороже будет. Хотя за 100 грамм вроде и недорого, а когда ее принесут вам на тарелке, что свисают хвосты и голова, то уже. Но кроме этого салаты разные есть. Есть мясные разные блюда, есть горячие, есть хашлама, есть... Короче, обед мы заказали, все по-гречески. А где тут орел? Ой, тут тоже так хорошо. Ира, это ты опять здесь тоже упала? Или это была не ты? За орла, пошлите. Ты же сказал, закажи, что же их себе. Это покажи что-нибудь. Ну что-нибудь, это не борщ, понимаешь? Я теперь говорю. Давайте сделаем так. Я сейчас буду короткий рассказ о медовой продукции, а когда продаю будущее тебе взрослым, хочу венцо. Там будет медовуха, там будет система, это единственное, которое можно закапывать в воду. Но это кемпинес, который долгое время сидит перед компьютером. Или тем людям, у кого сетчатка или катаромоза, мед белой акации не кристаллизуется 2 года. Единственный мед, который очищает внутренний мир, повышает гемоглобин в крови, что немаловажно, укрепляет костную ткань, дает спортсменов, очищает сосуды, единственный мед. За счет горчицы и каштана меда способствует. Правда, скажется, из Вазии. Называется это «Дмитрий
следующий приз Вегус. Подогрето мини это простуда, это активно. Сейчас угощаем по-моему. Нас дегустация. Очень вкусно. А ты пробовала? Ты не пробовал? Я так говорю, гранатное вино. Но это... Да. Дегустация. Мы не поменяли? Нет, нормально. А теперь все комплексный обед едят. Картошка фри здесь, эти шапки. Мне, короче, на обед все по-гречески. Уха по-гречески и рыба по-гречески. И я тоже. И ты тоже, я да? Не знаю, это вкусно. Я уже... Не, ну уху я не пробовала, но рыба тогда была очень вкусная. Хлеба на всех, да? Вот хлеба дают, видишь, как сразу пол. А детям еще и картошка фри досталась. Детям, короче, картошка фри, а нам форель. Этот золотой рыб, я там еще... Рыбе давай, сам он ест. Не надо, что ли? Блин, мне бы сейчас... Гриш, капюшон один. Новогодние такие праздники. Я как такая небольшая. Что, укусила? Смотри, она с зубами там. Гля, как они выпрыгивают. Голодные, голодные. И все, выкинул. Ух ты! Самолет садится. Первый день. Круто, да? Купила своим детям по пижаме 122, это Антохе, и Афоне 104. Так, вот такие вот пижамки. В общем, пошли, родня. Что тут еще интересного? Покажи, шубки какие-то, да? Вот такие красивенькие, левчачьи. Федерация Кёкушинкай Карате благодарит Коваленко Владимира. Маргарита, как надо танцевать? Диана, как надо танцевать? Самый популярный танец. Города Туапсе. Очень давным-давно, намного давнее, чем давным-давно, жил-был дед. На глаза надвинул кепку, посадил дедуля
Репка, солнца нет, и дождь идет, ну а репка прет да прет. Любила папа.
Сибирская муниципальное образование Московский район выражает благодарность за зимнюю школу, которая традиционно из года в год делает лучше и сильнее наших детей, которые получают бесценный жизненный опыт для побед как в спорте, так и в жизни. На протяжении всех дней, находясь в ЛОО, наша команда готовила новогоднюю открытку с пожеланиями. Мы хотим их зачесть. Новых побед в новом году, а также в боевых искусствах самоанализ порождает мудрость. Всегда рассматривайте анализ собственных действий как возможность стать лучше. Масутат Саяма. Ос. А также своими руками сделали новогодний подарок, символ года, розового поросенка Нюшу, которого мы хотим подарить на удачу нашему президенту Федерации Солодкову Вячеславу Николаевичу. Кирюша хочет подарить Нюшу.